вкусные. А мне не нравится. Она стоит хуйню. Чё? Но мне нравится, как они в темноте светятся. Вот они вот сейчас коричневые. А когда фонариком посветишь, светоотражается, короче. Они белые. Тут, наверное, не видно будет. Короче, вечером покажу. Кого штрафуют? Какой фиксатор? Вот эту штуку, она тут так и есть. Я ее не могу никак. Проснулась с плохим настроением, потом еще и в ТикТок зашла. Это я зашла в 12, по-моему. Да? Я не помню, когда я зашла, но было все здесь плохо. Я как разозлилась. Да и похуй стало. Успокоилась. Что где-то так? Не, вино не всегда помогает. Но сегодня оно помогло. И вчера оно, кстати, помогло. Обычно мне от вина плакать хочется, а если оно еще и хорошее, это все пиздец, я 100% плачу. Я не знаю, почему так. От среднего не плачу. От плохого веселюсь. Привет, Алексей Николаевич. Третий раз, четвертый, пятый, лента. Десять. Это что, я уже 4 часа здесь? Не, наверное, 3. Я вот брала последний раз какое-то дорогое вино и решила выпить просто. И как-то само пошло. Хотя все нормально было.
Никакого шашлыка. В смысле никакого шашлыка? Ты что такое говоришь? Мясо-то надо. Хотя бы на сковородочке пожарить. Надо же. Ну или сварить там, не знаю. Что-то меня понесло. Привет. Саш, спасибо. Что ты Да я с настроением, я просто задумалась. Чем? Я про Германию подумала, тошно стало вообще. Кому? Да не, все нормально. Я просто немного нервничаю.